Так, ну вот это все тот же заповедник Монтезума. Аиста вот этих серых, о, не аиста, вот это цапля, кстати. Это разные эти птицы. Очень много серых сидит. Вообще там, там на начале было, не знаю, там десятками стояли, это лупами. Я когда-то здесь часто рыбачил там, в принципе, ну, граничит с этим заповедником. И там аисты частенько прилетали один. Я его даже имя ему придумал. Я мелкую рыбку в суп, которую ловил, его кормил. Даже чуть ли не суп брал. Оп, поймал, да? Я промахнулся, кило промахнулся. Ну, много у нас. Но иногда бывают одни только эти. Белые цапли. Они как-то группами так это. Между собой они не дружат всегда. Серые и белые. Ну, здесь им раздолье, здесь он лягушек много. И этих, и рыбешек всяких. Ну, давай мордочку посмотрим. О! Хороший мальчик. У них такой сзади хвостик такой на голове. Много их, много, так успею задаться, посчитать вот так. Я думаю, сотни можно считать. Ну ладно. Если увидим белых, поснимаем.